рукоять. Ну, на Назера чуть-чуть подлиннее. Бланк визуально примерно одинаковый. Может, там несколько десяток, там, может, один там, миллиметр где-то. Вот тут ты подсекаешь его. Слушай, так эффектно прям. Да-да, иди сюда. Хорош. Фу, загибает, нифига себе. Так, ну что, друзья, всем привет. С вами канал Дикий Клёв. Сегодня выбрались с командой половить окуня на Чернавской дамбе. На что будем ловить сегодня? На мормышки, на микроджик. Я вот пока собрал первый свой комплект. Это будет мой мормышинговый комплект. С моим новым спиннингом Blackadder Limited Edition. В тесте 0,5-1,2 грамма. Сегодня мы его погоняем и в хвост, и в гриву, как говорится. И самое главное, сравним со спиннингом Crazy Fish Nano Zero, на который уже сейчас Андрей ловит. Как ощущение, Андрей? Давно не ловил на спиннинг на этот, на легенький? Да нет, ловлю постоянно. Все лето не слазю с него. Сейчас у тебя мормышка 0,35 грамма, да, ты сказал? Да. Я пока поставил мормышку 0,5 граммов со своей самодельной моей мормышечкой из вольфрама и Polaris. Ну, вот такая вот зеленая расцветка, самая, наверное, рабочая на нашем водохранилище. Никита пока практикует микроджиг, да? Сколько у тебя граммов сейчас стоит? Сейчас 2 грамма. 2 грамма, да? Ну, пробуй. Я думаю, сейчас окунь к вечеру должен выйти, на микруху тоже должен брать. Так, пробуем первый заброс. Ух, нифига себе. Ну да, ветер выдувает очень сильно. Опа, опа, опа. Ха-ха-ха. Ну вот он, наконец-то. Мормышка. Ну вот она, работает. В принципе, никто и не удивится этому. И вот если ему захавать приманку, то он даже вот такой некрупный окунечек, вот этот вот слах полностью сожрал. На полярика? Да. Мне нравится ловить на полярика. На полярик всегда клюет. Есть? Есть, нападение. Ага. Это что это? Селявка, гля, нифига себе. Да, селявка. Селявка, гляньте, большая. Смотри, у меня тоже кто-то сел, пока к тебе подходил. Нифига себе. Слушай, ты прям жирный. Окунек. Вот это вот называется мормышка работает. Опускаем. Опа, есть. Ну это кушевок. Это окунь, и он опять отвалился. Не пойму. Крючок, что ли, маленький на этой мормышке? Да, короче. Пробуй. Давай, да. Поменяем. Сейчас, секунду. Сравним. Внешний вид. Рукоять. Ну, на Назера чуть-чуть подлиннее. Бланк визуально одинаковый. Примерно одинаковый. Может, там несколько десяток, там несколько, может, один там миллиметр где-то. Ну, дальше пошел конус. На Назера сходится очень так заметно, что тоньше, тоньше и тоньше на Назеро идет. Так, и, наверное, сколько она длина у него? А тут написано, что мы думаем. Давай посмотрим. 172 сантиметра. И на Blackadder 168. 4 сантиметра. Сантиметров, да. Ну, чуть-чуть подлиннее. По тесту приман, по приманкам 0,2-1,5 грамма. И здесь... 0,2-1,2. Не, здесь 0,5-1,2 грамма. Но вот эти 0,2-0,5 нижняя хранится, это все условно. Потому что понятно, что вот 0,5 я поставил, он звенит аж в руку. Но поставилось только на прошлой рыбалке 0,3-0,2, ты тоже неплохо, в принципе, отбивал. Ну давай, поменяемся. Попробуй, оцени, мне важно твое мнение сейчас услышать. Ты все-таки этим спиннингом уже давно ловишь? Рукоятка потяжелее у тебя. Тяжелее, да? Да. Так, у тебя сейчас 0,35, поэтому выброс, по идее, ну, должен быть 0,3, чуть 0,35. Меньше. Но это опять же все мелочи. Опа. Есть? Или трава? А, есть, нифига. Ух, слушай, хороший окунь. Хороший, хороший. Blackadder отработал этого окушка. Слушай, трофейный, сегодня самый крупный. Пошел подрастать. Давай, рассказывай впечатление, поклевка. Ну, начнем с того, что он гораздо мягче, чем Zero. И все-таки 0,5 грамма ощутимый. Чем 0,3 на вот этом спиннинге. Да, да. Но сейчас ветер, видишь, сейчас, ну, может быть даже 0,35 и
Ну, нет особо смысла ставить, да. Ну, сейчас попробую до 0,45 утяжелиться на своем. Ага. Зеры. Посмотрим, что он будет делать. Ну, здесь, да, здесь все-таки на Nano Zero именно вклейка такая прям. Очень, ну, как сказать, рабочая, да, для мормышки. Да. Она именно сама вклейка намного информативнее, чем на Blackadder, да, но сам бланк пожестче. Опять же, к этому привыкаешь после первой же рыбалки, ну, просто это так вот, говорю, как есть. Да, я не сказал, что здесь поставлено. Здесь у нас Whitebird 0,8 дюйма. Выдувает, блин. Вот порыв ветра и прям очень сильно выдувает. Ну вот да, вот тут 0,35 грамма, и прям вот заметно медленнее мормышка тонет. Приходится давать какое-то время, чтобы она ближе к дну упала. Поэтому вот я и говорю, что, наверное, сегодня не буду 0,2 грамма ставить. Ну а так, конечно, вот 0,35 прям дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Вот этот эффект, конечно, он тебя не покидает на протяжении всей проводки. Опа! Ну, хорош! Вот эти трофеи. Слушай, сейчас повторяется та же история. Когда мы с тобой Элвис сравнивали с Nano Zero, я не поймал ни одного окуня на него. Потому что что-то не мой спиннинг, он мне не слушается. Пока я тут мормышку привязывал, Андрей опять кого-то тащит. И опять хороший. Прям вообще хороший. Для мормыхи, да. Так, ну а я привязал на Nano Zero тоже 0,5 грамма мормышечку. И тоже поставлю кусочек поляриса. Полярис сегодня в ударе, я так понял. Вот такой вот. Такой салатовой расцветки. Ну да, 0,5 грамма прям даже кончик прогибается. Вот. И вылет, конечно, пошел совсем другой. Ну и да, и вот даже волна опять пошла. Анимация намного лучше ощущается. Андрей опять кого-то тащит. Да что ты будешь делать, а? Слушай, таких прям натаращит. Ну да, вы прям спелись, я смотрю, с блокедером. А ты его прям останавливаешь и даешь упасть на дно, да? Потом несколько дык-дык-дык опять на дно. Да. Ну как обычной микрухой. Ага. Хорош. Ух, загибает, нифига себе. Слушай, кабанчик прям. Слушай, пожалуй, я это возьму. Возьму, говорит, с собой. Зажарю, затараню. Нептуну виднее, возьмешь ты его или не возьмешь. О, ветерок стих, солнышко припекает. Вообще класс погодка. Вот это ты подсекаешь его, слушай, так эффектно прям, дыдыщ, иди сюда. Сидит? Да. Да не может быть, да ё-моё, а. Все-таки я умею рыбу ловить, а. Смешно, да, смешно. Ты проиграл соревнования. Вот такой вот красавец, все-таки его вытряс. Ну... Ну что тут скажешь, а? Просто куражится парень. Народ ржется нас вообще. Опа, есть. Да ты глянь, а. Еще один. Я, кажется, понял, как ловить на Nano Zero. Так, Nano Zero отдаем хозяину. Пусть хозяин сейчас сравнит и скажет, насколько эти спиннинги отличаются друг от друга. Хлестким забросом он дальше летит. Какой? Твой. Эдер, да? Да, эдер. У меня легким забросом на стоп кидаешь, а у тебя хлестким. Ага. А он просто бланк позволяет делать хлестки. Да. Ты особо не вкладываешься, он мягкий, он тем самым он посылистый. Ну да. Вот мое мнение, я даже вот анимация самой мормышки мне как-то вот на этом больше нравится. Как я лучше что ли чувствую, не знаю. Может, я просто привык уже. Привык. Ну, вот по общему впечатлению, все-таки Nano Zero пожестче сама палочка. Пожестче, да, он. А на вкомле пожестче, вот видно, что здесь он прям вот весь бланк вот так вот прям играет.
и пошел дальше. Вершинка там вообще уже мягкая. Мне казалось то же самое Bluebird, когда ты кидал микроджейк. Ты прям вот прям даже слышно по взмаху, как у тебя прям режет воздух. Хлестко, да, заброс. А я своим Nordstream Blaze. Вот я такой хлесткий делаю, и он как-то глохнет, он далеко не летит. Потому что у него комель жесткий, а вершинка солит. Вот им только тоже посылистый такой легкий заброс. То же самое, видимо, и вот с этими двумя спиннингами. Может быть, даже, кстати, нанофилка, она скользкая, она летит. Ну лучше. Да, может и нанофил. У тебя с онлайн-сиглом, да? Сиглом, 0.2, да. Ну, в общем, как-то так, ребят. Не знаю, мы вас запутали или не запутали. Но о своих впечатлениях мы вам рассказали. Никита опять. Никита, вообще какой-то трофей идет. Да, глянь, что делать. Опа, есть. Повернулся просто на другую сторону, и у меня поклевка. Ну, я говорю, это вот Blackadder, он как-то приятнее и роднее, честно. Доставай, доставай своего трофея. Ну, опять 100-150 грамм, Толя, хороший. Так что, ребят, вот такой вот спиннинжочек Blackadder. Не стыдно было сравнить этот спиннинг с Nano Zero, который известен уже всем мормышерам. Вот очередная поклевка, очередной карапуз на Blackadder. Беги давай. Все, я, пожалуй, тоже на микруху. Временно мормышку отложим в сторону.